застряли где-то посреди Артема. Пацаны решили здесь вот на треугольничке навалить. Мы как бы навалили, и пацаны тоже. И в итоге вылетел привод, что-то там с болтами какими-то. В итоге сейчас ищем гайки и болты для лавры, чтобы работала заварка. Хотя как она и так работает, но некорректно. Вот такой тут лаврик. Ну, чисто, без излишеств. Все по стоку чисто. Вот таким вот чудесным образом оказались мы. Держак, я не знаю, как вообще так можно сделать? Тренировки. Тренировки, просто. Тренировки, еще раз тренировки. Просто. Вот прям вот как вот по маслу просто вот пришли. Дайте. А что на прямнике там? Скоро сейчас. Бля, я там чуть штаны не навалил. Ты видел, как он наваливал? Да ему, блядь, сидели, очковали, что он еще поебальник удастся. Слушай, не... Теперь мы уже в лавре. Полетели. Mm-hmm.
выехали. Да, ты видел? С колесом, по-моему, нет? Ты видел этот чел, нахуй? Не Паша, тот самый врачник, наверное, почему-то. Так, чепуха в руле. Да что ты там, блядь, колготки поправляешь? Там в каме есть попить? Нету? А, есть, надо потом подъехать. Так, мистер Колготкин разгоняется. Что там, авторесурс дрифтим, но...
сядешь на... Так, все нормально, все нормально. Вот это я хоть не проебал, тебе глотку. Всеки посмотрят, и я. Это я застрял. На одном и том же месте, сука, ты понимаешь? На одном и том же ебаном месте.